Друзья, привет-привет! Всем привет! С вами Лёша и Стас. Вы на канале «Не без разницы». А сегодня мы пьем чай, чтобы немножко успокоить свои нервы перед тем, как начнем играть в новую игру, которая вышла вот-вот буквально пару дней назад. Это не простой чай, это чай с пустырником и с валерьянкой. Да, игра называется «7 сентября», а мы прочитали небольшую аннотацию. Игра российского разработчика, хоррор с элементами, скримерами, да, как это все называется? Вот так. В общем, хоррор. В общем, хоррор, да. И сейчас посмотрим, что же здесь будет. И мы будет. Начинаем. А, все, это уже началось, да? Ну, красиво, украшена комната. Очень уютно пока что. Эльф, тебе придется продолжить мою игру. Знаешь, насколько я понимаю, тут в любой момент может что-то выскочить. А взаимодействовать? Вон, кстати, вот это не надо распаковывать там что-нибудь? Ну, видишь, на экране не выходит клавиша взаимодействия. Интересно, она должна кстати, выходить? Кстати, тут можно зажигалку зажечь. Во. Ой, какой эльф интересный. Ну вот комнатка. Нам надо, наверное, записку может прочитать. Вот там на столе была записка. О, звездочку можно, записку. Взять. Берем звездочку. А записку еще вон. Мы выбрали звездочку. А это что значит? А я не знаю. Это был, видимо, выбор какой-то. Но взяли звездочку. Несколькими часами ранее. Скоро пойдет дождь, нужно идти домой. Миру мир. Дима, 19 вечера. Так, смотри-ка, выходит меню «Tab». Можно посмотреть задачи. Нужно идти домой. Ну, какие-то скетчи. Как тебе вайб российский такой? Панельки, дворик такой, вот урны. Очень-очень... Ну, ничего, атмосферно, в принципе, да? Ну, да. Так, ну давай смотреть, что здесь есть. Так можно сесть. А можно ползти, да. Вот сидят, отдыхают на лавочке. Стой, там надпись была какая-то. Цой жив, что ли? В подъезде, где красным. А, Хой жив. Хой жив. А, вот мне, кстати, туда не очень хочется, но, судя по всему, нам именно туда и надо. Давай по двору пройдемся немножко, посмотрим. Здесь как-то темно. Тебе уже страшно? Да, немного. Налево вроде можно было пройти. Не-не-не, не прямо налево. Ну, надо развернуться просто. Боком вот так ты имеешь в виду? Ну, тут же была... Вот, а, нет, мне показалось. Так, а прыжка здесь нету, да? Нельзя подпрыгнуть. В общем, нам вот в тот подъезд. Когда это понятно. Когда мы проходили мимо, посмотрим. Мне уже даже показалось, что там какой-то силуэт был. Так, ну здесь, наверное, тоже нам не пройти. Но... Ладно, пойдем. Да пойдем сейчас, пойдем. Димочка уже скоро пойдет домой. Ты за него не беспокойся. Я это... Как это говорится? Перед смертью не надышишься, правильно? Что гулять по двору воздухом
Ну а тебе неужели не хочется посмотреть? Да я каждый день такое вижу практически. Только в реальности, а не на мониторе. Правда, нынче вижу зимние пейзажи. Ну, пойдем тогда. А вот еще надпись. Ничего не вижу. Любит. Так было. Не для того мы... Еда так было и будет, видимо. Будет. Не для того мы... В общем, когда нас любят, мы не любим. Когда не любят, любим мы. Угу. Это какая-то поэзия. Я... Если это какой-то известный поэт, то прошу прощения. Я далек от поэзии, честно говоря. А поэзия — это вообще элитарное искусство. Ну, я думаю, тебе вот это нравится, да, «Хой жив»? «Хой жив» мне нравится. Это интересно про Юру Хоя, который из «Сектора Газа». Нет, он все-таки не жив. Сюда пройти мы не можем. Идем наверх. Квартирку. Посмотреть задача, смотри-ка. Аня сказала, что оставила мне сюрприз возле двери. И навалил там. Ну пошли, значит, да, выше поднимаемся. Да пойдем, пойдем. Слушай, такие эти стены, подъезд такой. Ой. Как это? Я сказал подъезд. Всем сразу стало понятно, что я не из Петербурга. Мы не из Питера, да. Непарадная. Непарадная, да. Ой, вот это что за безобразие? Зачем ты показываешь такое? Не-не-не. А можно. Что не так? Это подъезд. Ее погладить можно? Да. Получено достижение. Я думал, мы ее сейчас погладим, и она в демона превратится. А вот и подарок возле двери. Это, наверное, и есть сюрприз. Ну да, мы поняли. А здесь нам перекрывает... Вон еще одна дворовая муси. Велосипед. Дальнейший проход. Так, здесь записка. Давай-ка посмотрим. Аня плюс Дима. Берем с собой. Ты шиперишь Аню и Диму? Я пока не видел еще Аню. Ты лучший, написала Аня. Ну вон, у него же был скетч. Аня симпатичная такая девочка. О, как зловеще она открывается. И вот этот еще, вот этот клоун или что это? Это вообще... Гном. Гном, это... Или эльф. Кто-то. Или эльф. О, если он вот так вот будет внезапно выскакивать... Папа отключает электричество в квартире, нужно его включить. Посмотреть задачи, включить свет. А, надо зажигалку, наверное... Включить. Смотри-ка, как тут темно. Ты сейчас... зажигалку можешь включить? Сейчас включим. По-любому тут что-то будет, да? Записочка. Уже завтра, 7 сентября, мы переезжаем. Диме нужно в школу. А у дяди Вити сломалась машина перед самым переездом. Мы и так столько времени откладывали. Теперь нужно думать, кого просить нам помочь. Я надеюсь, что за несколько дней ты найдешь, кем забрать наши вещи из старой квартиры. Возьмем с собой пока самое необходимое. Позвони мне, как прочитаешь. А кому звонить-то? Подписи нет. Папа быстро решил, с кем перевезет коробки. Родители забрали все нажитые вещи из нашей прежней квартиры, даже эту записку. Так это... Это старая квартира? Нет, раз родители забрали все вещи из квартиры, даже эту записку, значит, это новая квартира, подарок. Сначала нужно включить свет. А, хорошую квартиру выбрали они. Мы живем здесь уже 3 недели. Вот видишь, Дима рассказывает. Обустроились, конечно, на славу. Ой, сейчас вот чудище какое-нибудь выскочит. Или интересно, или тут, может быть, какая-то есть обратная хронология, как-то тут может... Ой, у меня на даче такой же счетчик.
Так, теперь Дима хочет открыть коробку с подарком от Ани. Вот это Аня подарила. Да? Анечка, молодец, спасибо. А, надо Анечке менталочку проверить. Красивая игрушка. Но... Кстати, он не очень большой. Очень даже забавная. Разве от такого малыша могут быть какие-то проблемы? Все, ты посмотрел? Я, да, полюбовался. А, ну да. Какая уродливая кукла. Где она ее взяла? Иди в свою комнату. Ой, смотри, какие на стене часы. Да. Слушай, ну прям вот каждую деталь интерьера прям такого нашего родненького собрали. Все, нельзя куклу взять с собой. А мы сейчас, наверное, обратно пойдем, а куклы уже не будет. Вот это кухня, наверное. Да, с прозрачной дверью. Вот, наверное, комната Димы. 3 недели, а такой этот... А такой бардак. А, ну здесь еще коробки не распакованные до конца. Матрешки стоят. Ну, мне кажется, у всех в квартире есть матрешки. А что за книги, кстати, интересно? Итоги науки. Очень любят итоги науки, там я смотрю. Ну да, несколько книг итоги науки. Бунин. Сигареты кто-то здесь не докурил, мама или папа? А давай задачу посмотрим. Идти в комнату. Ну? Иди в свою комнату. Надо что-то, значит, надо что-то потрогать. Ну, наверное, вот комната Дима, Димина. Там балкон. А, вот Димина комната. Ну, у него тоже игрушка, видишь, какая? Разберу-ка я рюкзак. Прошло уже 3 недели, как я учусь в новой школе. Теперь я с Аней в одном классе, хоть это меня радует. Да, вы с Аней подстать друг другу. У тебя такой... Интернет опять лагает. Ты смотри, он кого смотрит. Мы таких этих у себя на канале пока это не будем пиарить. Таких. Аня и Дима. Опять эта записка. Дима, я так рада, что мы с тобой теперь учимся в одной школе и живем рядом. У нас было классное лето, и я так не хотела расставаться. Позвони мне сегодня в 22 часа. Папа в это время уйдет из дома, и я смогу поговорить. Аня, о чем же таком они собрались-то в 22 часа поговорить, а папа куда в 22 часа пойдет? Что там было? Мама обычно оставляет записки. Ты увидел? Посмотри список задач на холодильнике, где мама записки оставляет. А смотри, здесь можно магнитофоном музыку менять. Давай вот это оставим. А слоник, ты исчез. Да, а где слоник? Вот это уже плохой знак. Так, в этой квартире неисправна проводка. Супер. Постоянно вырубается свет. И куда-то игрушки сами по себе исчезают. Наш миленький эльф уже рядом сидит. А можно его взять? А он развернулся. Да я вижу. А возьми его, можно подойти и взять его? Нет. А записочку мы так брали? Так мы смотрели эту? Уже, а. Да. Что здесь происходит? А можно дверь вообще за собой закрыть? Нет.
Нам надо к холодильнику. Да я знаю. Ну просто взгляну. Какой большой балкон. А, это... Да, ты глянь, соединяй две огромный. Комнаты. Широкий. Закрой. И это можно дверь закрыть. Так, ну что тут мама написала? Дима, мы с папой очень за тебя переживаем, но пойми, это всего лишь новая школа, многие через это проходят. Папа просит, чтобы ты помог нам быстрее управиться с переездом. Давай завтра, когда я приду с работы, поговорим. Ну давай, Коля, мы выживем до завтра. Хорошо, мам, я вам помогу. Задание от папы на сегодня. Расправь диван, помой посуду, приберись в большой комнате, приберись на кухне, вынеси мусор. Да тут убираться можно неделями, мне кажется. А что первое было? Расправь диван, помой это... посуду. А может быть сначала сделаем все в кухне? Может быть помыть посуду тут сначала надо? Нет. Расправь диван. Вот знаешь, мы сейчас туда пойдем, и сейчас там обязательно просто какая-то чертовщина произойдет. Ну конечно, а ты как думал? Нет. О, смотри, можно сюда заглянуть. А ты что, ты вот зачем ты поворачиваешься спиной к этому злобному эльфу? Да ты покажи, где он. Он уже ушел. Да, эльфа уже здесь нет. Заглянем в ванну. Давай. Ты увидел себя в зеркале? Нет, это дурной знак, мне кажется. И туалет. Так, а где же эльф? Ну, Анечка, конечно, придумала, да? Такую игрушку подарила. А сейчас 7 вечера, да? Да. Откуда это? Помыть посуду. Не хочешь заглянуть? Нет. Одним глазком. Ни слоника, ни эльфа нет. Все игрушки пропали. Это что такое? А вот, ты видишь? А призрака ты видел? Да, видел. А что это такое? А вот так вот. А это что? Стоит. Слоник. А вот и слоник, мы же его искали. А он здесь. Может, он пришел папа посуду помыть? Я уже заикаюсь. Папа посуду помыть. И предлагается, знаешь, так просто... Ну, просто встать и помыть посуду. А, итак, это уже не я. Я стою здесь на несколько ночей, записывая репортаж. С собой у меня видеокамера, спальный мешок, рюкзак с вещами и едой. Короче, мы блогеры. Из текста на 2 секунды. Как ты можешь читать его 8 лет? Я хочу тебе ударить сейчас. Приберись в большой комнате. Давай побежим на него быстро. Почему-то быстро не получается. Что не так с этим рубильником? Пойду-ка я включу... Да, действительно, вот все так, кроме рубильника. Откуда эти звуки? Кресло тут на пути. Так, дверь закрылась, здесь не выйти, придется идти через балкон.
Я вот испытываю стресс. Это что? Куда она делась? Она где-то тут спряталась. Нам немножко осталось пройтись всего лишь через кухню и коридорчик. Ага. Ты в порядке? Это кровь. Это было это ужасно. Это хорошо, что я чашку с чаем уже, знаешь, поставил на стол. Опять приберись в большой комнате. Почему надо там опять прибираться? Я... Или мы там не прибрались еще? Да по... А, смотри, кресло исчезло. Кресло пропало. Возьми веник. Убери, Дима. А Диме, знаешь, все нипочем. Казалось бы... О, посмотри-ка, как прибрался хорошо. А вот в отражении опять это привидение стоит. Теперь на кухне прибраться надо. Вот, казалось бы, маленькая квартира, но небольшая. От комнаты в кухню пройти, это просто уже, знаешь, какой-то ад. Закроем дверь. Ну, все папины задачи выполнили. Вынеси мусор. Осталось выбросить мусор. А где мусор-то? На кухне под раковиной, наверное. А, опять ты здесь. Вот мусор. Ну вот, видишь, Дима прибрался в квартире, и вроде бы стало как-то ничего, уютно, да. Стало. А зачем ты сюда идешь? Нам надо мусор. Посмотреть на квартиру еще раз, на... Угу. Чистую. Надо выбросить эту дурацкую куклу. С удовольствием. Все. Идем. Ну, дверь, конечно, открывается зловеще. Ну? Видимо, что-то там будет серьезное. Выбросить мусор и вернуться домой. Да не хочется в такой дом возвращаться. К Анечке бы я заглянул лучше, у нее бы и переночевал. Папа все равно уйдет. Что, она не приютит, что ли? Ой, какая куколка. А ты спиной хочешь, да, спускаться? Вот мусор. Как думаешь, здесь безопасней? Ну, в квартире, мне кажется, страшнее. Ну да. Наконец-то выбросил. Да, действительно, наконец-то выбросил эту дурацкую куклу. Знаешь, мы вот сейчас вернемся домой, эта кукла сидит снова на том же месте перед зеркалом, и вот интересно.
Это камера нас сама поворачивает, да, мой? А куда она поворачивает? Покажи. А. Ну все, пошли. Идем. Идем домой, ура, ура. Скорее. Смотри-ка, пересели уже. Почему бы это? Ничего, дышим спокойно, у нас расслабляющий вот. Чай, все в порядке. Почему дверь открыта? Ну, она вот потому что туда забежала. А давай зайдем туда уж, как, почему бы и нет? Зажигалочку бы, наверное, зажечь. Да. Ну так зажги. Ну раз красотка забежала сюда, почему бы за ней не пойти? А вот какие игрушки, а ты посмотри, тут тоже задача-то. Странные. А вот и куколка, которая на улице сидела. А. Дверь закрылась. А, знаешь, а зачем мы тогда сюда зашли? Наверное, не надо было. Это жутко. Что за глюки? Кто эта женщина? Надо что-то... Вон, картинка. Угу. Поиграй со мной. Ну, разверни полностью-то. А. Ну, во что будем играть? А вот и куколка сидит, посмотри-ка. Угу. Я хочу выйти. А-а. Ну нахер, я иду домой. Да действительно, там-то уж спокойней. Сейчас опять эта дура пробежит. Иди домой. Мы же... А, нет, нам еще выше. Я не хочу идти сюда. Все, наконец-то Дима вернулся. Ура, ура. Совсем не страшно, что там за призрак. Вот это простыня призрак. Да там не только простыня призрак, там еще какая-то взбесившаяся летала. Какого хрена? Анечка звонит, где телефон? В комнате, это домофон. А где он, ты знаешь? Где-то вот. Нет, мы уходим от него. Вон слоник появился на окне, увидел? Да, да, слоника видел. Да где же он? Какая настойчивая Аня. Мы живем здесь уже 3 недели. А, вон на столе. Да. Дима, ты куда пропал? Ты 3 часа назад и зашел к себе в подъезд. Моя комната выходит во двор. Я видела, как ты выносил мусор. Я зашел в подъезд, и у нашей соседки на первом этаже была открыта дверь. Я решил, что что-то случилось, и решил проверить. Но не думал, что прошло столько времени. О какой соседке ты говоришь? Она умерла прошлой зимой. Что? Ты уверена, что это она? Аня, где ты нашла ту куклу-гнома и зачем мне ее подарила? Дима, с тобой все в порядке? Я не дарила тебе никакого гнома. Ага, дарила. Ну как? Ты оставила коробку с ним у двери, рисунок. Дима, тут кто? То есть, что я не понял? Тут кто-то есть? Аня, что происходит? Что ты увидела? Ну кто-то у нее, короче, там есть.
Мне нужно выбраться из дома. С Аней что-то случилось. Конечно. А сейчас мы пойдем через балкон. У нас только один путь, конечно. Сейчас мы пойдем через балкон. А помнишь, там уже ходило как... Ой, как красиво. Да. Сколько ножей я спрятал в третьем шкафу на кухне? Да, откуда ж я знаю? А это нам надо посмотреть, сколько ножей? Или это просто... Ну, может быть, он рофлит. Просто, да. Ну, сейчас точно что-то отпрянул. Будет. Смотри-ка. О. На балконе появилась стена. И красивый подарочек. Мешочек. Окровавленный, правда, немного. Ну, вон там вот... Может, цифру 3 надо нажать? Наверное. Да так не откроется. И нет. На зелененькую кнопочку. Неправильно. Ты видишь это? Что это? Это гномик стоит рядом. Может, надо все-таки узнать, сколько ножей припрятано? Раз, два, записку-то три, надо взять. 4, 5, 6. Сосчитай до 5 и иди налево. Раз, два, три, 4, 5. Сколько можно? Найди 4 елочных игрушки, когда пройдешь через люк. 3, 5, 4. Три, пять, четыре, да? Ну там было, да, 3. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ножей. Здесь циферка 5 и здесь циферка 4, да? То есть как получается? 3, 6, 5, 4, наверное, так. 3, 6, 5, 4. Ух ты! Мы залезаем в люк. Не плачь, все нормально. Какой отстой. Тут уже все украшено и готово к празднеству. Ну, к такому, конечно, немного извращенному. А вот Дима... Подожди, это что? Это гроб в виде праздничной коробки? Или что это такое? Ну, похоже... А, вон, на колокольчике можно позвонить. Да, позвоним. Возьмем с собой? Возьмем. Кстати, вообще-то прикольная идея. Гроб в виде подарочной коробки. Где-то я видел ломик у папы. Да где ж? На балконе где-нибудь. Смотри задачу. Найти ломик. Нам не страшно, мы идем и ищем ломик. Ну, может, в задачах подсказка есть, где ломик? А, вон записка. Да. Я его забрал, ищи.
Сейчас опять эта дура выскочит. Так, здесь нету? Да его точно не здесь искать надо. Он где-то в комнате. Кто тут чавкает еще? Ну, как у тебя вообще? Сюда пока не заходи, написано. Как у тебя вообще впечатление от игры? Напряженно. Ну, в целом... Ну, интересно немножко. Вон, из-под дивана какие-то тараканы ползут. Да, я видел. А тебе как игра? Ну, в принципе, ничего, да, такая бродилка. И в меру страшная, ну и достаточно атмосферная. Я не знаю, где искать этот лом. Какие у тебя есть идеи? У меня нет идей. В коробках каких-нибудь. А может, если там сказано сюда пока не заходи, то именно туда, может, нам и надо? Так там дверь не открывается. Так может... Вот, коробки никакой нельзя открыть. Нет. Видишь, дверь на цепях. А записку взять в руки можно? Нет. Нельзя. Вот он. Ой, нашелся ломик, наконец-то. Задача ясна. Он спрятал игрушки для рождественской елки. Давайте все найдем вместе игрушки и украсим елку. Вообще, какая рождественская елка? 7 сентября. Тебе нужен был торез, я спрятал его в шкаф. А разве он нам нужен? Ой. Вот в этот, да? Да. Берем. Ну, ты посмотри-ка. Только ты вздрагиваешь, а вот Дима вообще-то даже и не вздрогнул ни разу. Я за Диму. За все это время. Все, все мы взяли в этой комнате, все, что можно. А что еще тут можно? Ну, идем дальше. Ой, здесь уже висят праздничные носочки. И записочки больше нет. Да. Интересно, там тюльпанчики? А когда матом может будет ругаться от нервов? О, дверь открылась из квартиры, но видишь? Но нам не выйти. Нам точно не сюда. Нет. И зачем? Ага, ты тоже вздрогнул. Ну, не без этого. А. Сейчас за шторкой будет эта дура. Что-нибудь будет точно. Открываем. Нет.
А вот одна игрушка. Просто это третья, да? Ну, интересно, та звездочка. Да, я думаю, что... Колокольчики считаются? Я думаю, что... А хотя, кстати, фиг его знает. Она вот стоит, плачет. А давай выйдем прямо на нее. Она же нас не убьет. Наверное. Не убила. Так, а свет мы вообще можем включить тут? Нет. Так. Не, ну здесь мы уже искали. Здесь мы. Давай под... вот потолок покажи мне. Баночки нельзя. В баночках нет. В раковине нет. В корзине нет. В корзине нет. Туалет. Еще раз. Да мы только отсюда вышли, там ничего нет. Коробки. Вот звездочка. Ну, мы такую брали уже. А вот это что блестит? Вон блестело. Это отражение. А. Так в смысле брали? Здесь же нужно 4 найти. Ну, я после имею в виду, что... как попадешь в люк, написано. Ну, так мы же в начале игры самой, помнишь, взяли звезду. Ну, может быть, она не относится. Ой, смотри-ка. Это третья или четвертая? Это третья. Сима. Что это? Мы... Ура. Мы... А, включи... А, она горит. Да. Может быть, последняя игрушка находится. Это была звездочка. А где мы? А, мы пришли, откуда, собственно, и начали. И вот она, эта звездочка, которую мы взяли в самом начале. А я и думаю, ведь мы же ее брали. Поиграй со мной, написано. Вот. Последняя. А я и думаю, ну просто... Наряди рождественскую елку, наконец. А какую из? Труп, ну, который... Нет, ну, которая в квартире сейчас стоит. Сейчас эта дура на нас побежит. О, господи. Вот... Куда вот, вот мы идем? Я прям вот ее ждал. Она на нас сейчас набросится. Прям жестко. Ну, да, она убежала. Дать блин в башке. Ты тоже пришел наряжать елку. Вот эту елку наряжать? Да. Ну давай. Проснись! Чё ты ходишь там стучишь, блядь? Ты в курсе, что у меня болторез есть? Я тебе сейчас всю стучалку твою отрежу, нечем стучать будет, понял? Но если он до сих пор жив, почему он до сих пор Яшу отрезал? У Яши же там типа почки-то до сих пор на месте. Он же, наверное, должен за ним охотиться или как-то так. Так, а зачем я взял болторез, здесь больше не было запертых мест? Ну подожди, пока недоступно действие. Так, я не понимаю. Нужно позвонить Ане, давай скорее звони. Так, вот это стандартная была стандартная скрема. Стандартная, я видел такую рожу, уже неоднократно не раз видел такую. Здравствуйте, да. Долго это будет еще продолжаться? Фух. Все, что ли? Все. Мы закончили прохождение. Ну что, как тебе?
Я что-то как эта концовка зажеванная какая-то, честно говоря. Я ожидал какой-то развязки. Ну, это просто был сон, который Диме приснился. Теперь ему нужно позвонить Ане и все обговорить, обсудить. А тебе как игра? Ну, в принципе, как бродилка, неплохая достаточно. Можно походить, порешать головоломки. Видишь, как мы игрушку искали? Знаешь, от такой концовки какое-то странное послевкусие остается. Как будто бы она не завершена. Да, чем-то. Да. Да. Ну, есть такое небольшое ощущение. Но, тем не менее, мы прошли все-таки эту игру. Вот. Мы получили достижение, финал. Вот, так что... Спасибо, друзья, что были с нами. Оставайтесь на канале «Не без разницы». С вами были Стас. И Леша. Ну все, пока-пока. Хороших снов. Да. Спокойной ночи. Пока.